60-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции уже 27 ноября. В предыдущей серии мы увидели следующие события. Яман привез Сихер домой, и когда ее увидела Икбель, то пришла в бешенство. Она считала, что смогла избавиться от этой девушки и больше никогда не увидит ее в особняке. Но что бы она ни делала против нее, все старания оказываются напрасными. Яман начинает понимать, что он испытывает теплые чувства к Сихер, только продолжает сопротивляться им. Но долго лгать никак не получится. Даже если он знает, что от горькой правды человек сможет сильно разочароваться, ее необходимо будет признать. Сихер очень счастлива, что она снова оказалась рядом со своим любимым племянником. Она благодарна Яману за все, что он для нее делает. Зухаль также не в восторге от того, что Сихер снова находится рядом с Яманом. Она считает, что Сихер удалось завладеть разумом Ямана. Только Сихер не подозревает о том, что на самом деле это Яман виноват в случившейся с ней неприятностях. Но если она узнает правду, то вряд ли будет и дальше благодарить Ямана. Тогда Икбель в голову приходит новый план, и она должна сделать так, чтобы Сихер обо всем узнала. Яман решает поговорить с Сихер и сказала ей о том, что она имеет право знать правду. И начал свой разговор с того, что иногда люди совершают такие ошибки, о которых затем начинают сильно жалеть. А мы напоминаем, что 60-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции 27 ноября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.